Всем привет! С вами проект «Первый видеоавторынок». В нашем автосалоне в продаже появился компактный японский кроссовер. Это Suzuki SX4. Машина эта 2013 года выпуска. Мотор здесь 1.6, он бензиновый. Автоматическая коробка передач и у этой машины полный привод. Значит, за все время после продажи этого автомобиля от официального дилера был только один хозяин. ПТС-ка здесь оригинальная. Сборка у машины венгерская. Привезли его в Новосибирск из Московской области. Резина здесь стоит сейчас зимняя. Есть штатная сигнализация. И стоимость этого Suzuki SX4 860 тысяч рублей. Объявление о продаже ищите на сайте vam1.ru. Также именно по этому автомобилю мы снимали видеообзор. Он есть на канале «Первый видеоавторынок» на YouTube. И ищите нас в Instagram. Спасибо за внимание и всем пока!